Это для вас. Он не съест только. Это все для вас, чтобы вы вышли и взяли сразу вот это отрезанное, порезанное по китайской традиции, чтобы было это треугольной формы, такой вот треугольные вот такие вот формы. Володя, ну с приездом тебя в Москву, в Питер, что происходит, где мы находимся? Так, мы находимся в замечательном месте. Это баня около метро Василеостровская. Название я не знаю. Как называется? Ну, просто баня. Заведение. Просто баня. Василеостровская баня называется. Блин, что там нет? Места не хватает. Места не хватает? Рекламу уберем. Так, так. Да, и только что мы сейчас провели банные процедуры. Парились, прыгали в холодную воду. Ну, замечательно, в общем. Да, и сейчас приступаем к главной процедуре поедания арбуза. Уже аккуратно, он там отрезан. Да, давай. На краю. Да, 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 давай, давай, давай. Ну, нож на столе, это плохая примета, не знаю. Да, сейчас. Давай. Ну, не надо, ладно. Ну, хорошо. Как арбузик? Во. Сахарные? Средний сахарный. Как надо. Ну, еще и вы хотите сказать, что глобальная волна, она вот это вот и есть? То есть появиться в кадре. Дошла глобальная волна до Питера. Потихоньку доходит. А в чем? Дошла, она вышла из Москвы, глобальная волна, и дошла до России. Вот что самое важное. Расскажи еще раз вот эту историю про БТГ. 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 Ну, как бы такая идея, допустим, что в древнеславянской буквице есть образы. И каждой буквице соответствует несколько образов. Ну, не знаю, может быть, ты, конечно, не согласишься, но... Ну, вообще, я такая есть, да, есть версия. И если мы заменим глаголь, ну, обычную современную фонему «г», на «ге», «гер», который имеет образ чудо, восторг, то получается следующая комбинация «богами сотворенное чудо». БТГ. А как пишется? Какие буквы? Б, Т. Боги, глаголи и гер на конце. Гер сохранилась в украинском языке. Г. Ханна.